Нормандский, я считаю, что это абсолютно безрезультативная вещь. Лично я считаю, что нам надо на Будапештский вот этот меморандум соблюдать его. А это все, это ерундовина вся. Ничего тут не получится. Все равно кто-то, Путину это невыгодно. Потому он не сделает этого. Договора с Россией не стоят бумаги, как написано на ней. Только по Будапештскому соглашению есть смысл. По меморандуму.